Около 80 боксеров собрал первый областной турнир на призы ульяновца Олега Лабунца. Герой России, он лично принял участие в торжественной церемонии открытия турнира и отметил, что именно спорт помогает воспитывать настоящих патриотов Родины. Ну, это прежде всего патриотическое воспитание молодежи, ну и физическая культура. Это в здоровом теле здоровый дух. Поэтому это наше подрастающее поколение, которое будет. Мы передадим свою эстафету. Турнир на призы Лабунца – одно из первых мероприятий в календаре региональной конфедерации единоборств, которая также разработала программу 2020. Она предусматривает строительство в области 20 спортивных объектов, где будут развиваться олимпийские виды спорта. Она делает доступным спорт для больших количеств населения, для тех ребятишек, которые сегодня находятся на улице, которые занимаются, может, не всегда тем, чем нужно. Она позволит привлечь их в спортивные залы, она позволит им быть здоровее, она позволит им быть воспитаннее. Не исключено, что в числе будущих объектов появится и новый зал областной федерации бокса. Пока же спортсмены бьются в ринге региональной школы имени Липатова. В рамках турнира на призы Лабунца они разыгрывают и путевки на первенство Поволжья. Одну из самых красивых побед в первом круге одержал представитель клуба «Буревестник» Павел Захаров. Его соперник выбросил белое полотенце в начале третьего раунда. Конечно, в глубине души очень приятно, так как ты можешь показывать свой результат дальше. Когда на тебя смотрят люди, это всегда приятно. Будем стараться побеждать дальше, чтобы уйти с турнира с победой. 4 дня продлятся соревнования на призы Лабунца. Финальные бои намечены на ближайшее воскресенье, 3 февраля. Они также пройдут в областной школе имени Петра Липатова. Михаил Сашанский, новости Ульяновской правды.